Ну-ка, а чё хоть за... Блядь, стоп. Хочу посмотреть, хоть что за... Готовность к удару повышает силу отталкивания на 50% при использовании против атакующего врага. Непонятно. Ладно, наверное, мне там вот сильно шмотает. Форт Бранхесбок. Брюке. Make sure Fort Braxenbrugger holds. Avoid the siege by taking a secret path down by the river. Chances are the rat men know about it, but beggars can't be choosers. Что-то сухарики какие-то острые, что пиздец. А ты... О, какой-то к нам хуй зашел. 14 уровня. Блять, что-то их не заметил. Они сверху прыгают-то. На мосту. Там взяли концентрации. Блять, да сзади-то откуда, пидоры? Ебать, ты силен. Ой, блядь, он меня хуярит. А то... Ладно, ладно. Ну, хп. А, о, это я против бота буду строить, против босса буду пользоваться. Хеос Варьор. Второй уже. Да. Забили их нахуй. Зелье скорости. Тём, бери, тебе нужнее чем. Где? Да вот там по трупам валяется. О, а вот этот я бы взял. Ну ладно. Да сдохни тоже, пидор, блядь. Блядь, еще один! Ебать их тут. На чем согрелся. О, блюдок! Я бы не в соло так пару ударов нанес. Залежной атакой. Теперь ты у нас бочки таскаешь. Ну если его прихватить с собой. За гнома или клишу поиграть, да? Точнее, за недок. Ну, потому что я обычно таскал бочки. Ну я просто взял. А он решил каким, поиграть гном... за бочка таскателя. Ну да, вместо меня, короче. На этом субклассе я бочки не таскаю. Потому что я гном. О, мое, блядь. Что твое? О, тут еще есть. Но я специально не стал забирать второе. Для чем? А, у меня уже есть отвар, нихуя себе, откуда мне взялся. Пидоры, ну вот кто это сделал? Кто поджег выеву? Не знаю. Не знаю, это... А, тут можно сбоку обойти, все заебал. Я ее там оставил, как цивильный человек. Думал, не возьмут, а ее взяли, взорвали. Вот так вот, да доверь. Люди. Mm. Да у меня под этим субклассом, я, кстати, бочки не таскаю, потому что они мне под ногами взрываются. Ну, я ближний боец, соответственно. Ты тебе не можешь взрывать. Я стрелку противника пусую. Еще один хил. Блять, да, это какой уже? Четвертый? Да. Пизда тебе, ублюдок. Блять. У меня просто ульты не было. А что у тебя ульта делает? Стреляет с пистолетом мощным ударом. Еще один Chaos Warrior. Блять, пятый. Это какая сложность, блять? Хуй знает какая, но, блять, их дохуя на квадратный метр. Короче, этот двуручный молоток, он вообще охуенный в этом плане. О, там ассасин. Куда побежал, ублюдок? Стой, мразь. О, пизда тебе, ублюдок. Так, маг внизу. Его уже убил. Тут хорошо. О, за зомбики побежали. Че, сзади где-то свалит. Он, блядь, сам ко мне под топор прыгнул, вот дебил. А вот дебил, обоссы его. Надо всех обоссывать тут. Да. Этим занимаюсь.
помочиться на их не лица. Так, понятно, короче, для ближних, для мелких у меня топоры, для крупных у меня молоток. Правда, у него обилка немножко неподходящая для меня. Бля. Что так сильно бьют-то? ХП нет нихуя. Да, блядь, 5 хвориоров и в самом начале причем. Откуда, блядь? Это норма. Да нет, это не норма. Так, я вообще что-то правильно... На лёгком, а покинь на сложном, вообще все будут такими. Да в героическое можешь запустить, там вообще пиздец будет. Эй, хула. Ну ладно. Идет по лесу, блюдок. Бля, топоры так классно ноги мотывают. Реально красиво, когда они. На шумском напали. Удар правой, нет руки. Удар левой, нет башки. Ебать, ебать, хватить! Это чё за нахуй? Да ну нахуй! Чё там такое? Да тут пиздец! Тут гвардейцы толпой. Блять, меня сбили, пиздец. Сейчас бегу. Сколько их, блять? Раз, два, три. Тут еще и газ ебаный. Да, я вот под газ потому не могу нормально атаковать, что ли? Блять. Я ХП на полтычки. Так, я их отпиздил. Поднимайте. Спасибо. Все. Ебать жестко. Блять, это вообще страшно, когда толпа такая набегает. Сигнал звонит. Не мог отправиться. Алло. Где я играю? На тебя, ублюдки. Это Викс. А кто там? Кого нахуй? А куда это дел... А как вы туда запрыгиваете? Я вообще не запрыгнул, но я вот запрыгнул теперь. В смысле? Не важ... О, книжка, хилка. Взял. Полечусь сейчас. А у нас висят в этом. Посмотри, ключи у нас висят в нашей этой хуйне. Куда идти-то, блять? Как я их вешал сам туда? Где чел вообще? А вон они двое бит. Открой нашу ключи. Я их вешал. Ладно, давай стоим. Ну там я их вешал только недавно. Подожди, как они туда попали? А хуй его знает. Они все равно сюда вернутся. Ты уверен? Ну посмотри, должен быть. Ну он возвращается или уже 70, обратно. Или 70. А, вон. Я попали. Слышу. А. Я еще. Короче, ключи должны быть где-то по любасам. Не всегда. Помнится, ну, я однажды унес домой их. Так нахуй бочку. Зачем ты выкинул ценную бочку? Да потому что она под меня. Не знаю, у него есть ключ по-любому. Да есть ли ключи по-любому у кого-то? Он еще бегает. Блять. Как их нет, когда они есть даже? А что ты предлагаешь? Ничего не делать? О. Как ты, Дима, туда попал вообще? Ну, я в смысле туда. Я около него и был. Я тему поднял и не успел убежать. Ну, давайте звонить монтажникам. Давайте напрягать, кто там был последний. Потому что ключи должны быть. Ну ищите где хотите, короче, вот. Звоните монтажникам, звоните на Васильцу, узнайте, кто был там последний. Звоните всем монтажникам, Храмченкову, Инкину, я не знаю, короче, всем. Звоните всем. Новикову, короче. Если ключи у них, пустите. Валентину первым делом. Вот. А я помню, звонил он по ночам, когда он бухом был. Фарафонову звоните. Женя, они не откажутся нести. Если они их не сдали, это их проблемы. Это их не половые проблемы. Блять! Что такое? Твою мать! Ну, отходи, я ничего не могу сделать, я к нему подойти даже не могу у него. Рынжа такая, этого. Вот для этого нужны оружие с дальними атаками. Ну да, но у меня даже не предусмотрено. Ну, тогда предусмотреть. Ну вот разработчикам скажи. Ничего не знаю, никаких разработчиков. Да, игра сама появилась. На свет.
Опа, опа, опа. Ебать, крошим их. Нашинковываем. Мерзкие выблядки. Эти по щам надавали, блядь. Ай, в пизду, блядь. Чё там? Под ультой всех порежу. И даже хилку успею спустить. Какую хилку? Да там хилка валялась. Была. Я пока всех резал, умудрился еще хилку забрать. Да, я тоже взял хилку. Я прям в бою самом, то есть я махаю топорами, одновременно хилку скажу. Все пиздят, что плохо лежит. На. А сейчас, видите, у меня, кстати, бонус на это, здоровье появляется в виде щита, когда я активно. Тебе надо больше бить. Да, мне надо очень активно бить, и тогда у меня просто шанс на бонусное здоровье. Так, давайте чего прикроем, он там грим вытаскивает. Где? Взяли. У меня грим, блядь. Блядь, подыхать нельзя. Ну, вот такое. Потому что я его даже скинуть не могу. Пиздец, у нас хп осталось. Ебаный гримуар, не могли помечи сделать? Куда, блядь, столько? Больше половины шкалы отнимает, прикинь. Угу. Тащи, ебануться. Блядь, он силку нашел. Не, Дима, не бери там, давай я возьму там. А потом всем сдохну. Что, теперь можно и жить. Так, ты там забрал? Да. Все, у нас все тома? Нет, еще одного не хватает. Да, еще один. Ну, все гримы у нас как минимум. Блять, Гана. Блять, мне приген бы активный, как у тебя. Мне бы тоже не помешал хоть какой-нибудь бы. Да потому что я активно получаю пизды и хилки не всегда нахожу, а так выжимание тут вообще повысилось. Там никто не напал. А что там еще хилка лежит? Где? Там лежало что-то подсвеченное. Да, я взял. Я что, могу похилять потом? Не понял, куда грим делся? Ой, флян куда дел? А, все, окей. Блять, сейчас плотно будет. Да кто сейчас будет такая тьма лезть? Хилка, хилка, хилка. Еее. Блять, зачем я утонул? Ну ладно, не пропадает же до добру. Дима прям вылетел. Да я случайно утонул, поэтому пришлось. У меня вот так, конечно, очень быстро набирается, но все равно жалко же. Пустой я спускать. Блять, сзади-то откуда? Ах ты мрази. Успокойтесь, мать вашу. Ну, видишь, мне всего два удара нанесли, а у меня уже жизни вообще хуй. Ну, так аналогично. Ну, у меня... Ну, и у меня здоровья больше, ты же тебе, чем у тебя, блин. Потому что у меня брони вообще нет. Просто нет. Гном, блядь, голый ходит. Голый гном. Не прибеднайся. Прибедняйся. Что у меня топоры большие? Хоть что-то, Дима, у тебя большое. Еще молоток охуенный. Как, пизданул своей елдой. О боже. Не хочу это видеть. Поэтому все, блядь, от меня съебались. Ребята, с атакой не стрелять надо будет. Сейчас тут будут бежать, пиздец. Вали пидоров, ебать. Так, я справа беру, короче, зону, а ты слева. Если буду орать, значит все плохо и надо ко мне бежать на выручку. Да. Блять, тут и ядом тут плюется. Я хилку нашел, но да нет, бежать пиздец далеко.
И у меня жизни... Блять, да я же был вне ранжа. Тебе... Я реально успел отойти, он мне ткнул в воздух и, получается, попал по мне. Нет, это там ядом кто-то плюнул. Нет, он мне кинжальчиком пырнул. Там зелье скорости, а не хилка. Ликс, ты там справляешься? Да я вообще не знаю, что я делаю. Ой, блядь. Чё? Блядь, а пиздец, что, у меня жизнь. Пойдём, за ядром. Зайдись в пушку. Бикс, хильнись. Идём. Ладно. Вы со мной идёте? Да, я иду. Пусть не ядром. Да, я за тобой стараюсь. Я уже впереди. А как туда попасть? Блять, я сзади полёг. Ой, я спереди полёг. Блять, да вы серьёзно? Меня подняли. Меня нет пока. Ну меня сейчас убьют, но у меня ничего нету, кроме хилки. А хилка пригодится. А чё ты сдох-то? Напали сзади. Бля, чё так быстро? А у него скорее всего же... Ну, то он же не хильнулся, блин. Да. Где ты хуйня? Чувак, он пошёл. Вон ядро, я вижу у чувака. Кстати, если мне сейчас положу, то я все. Тёма, учти это. Что учесть-то? Что если меня сейчас ёбну, то я с концами сдохну. Дима, не ссы. Я тебя не спасу. А у Димы фолиа этот грим. У меня грим. Блять, проечи. Я подойди ко мне. Ко мне подойди. Дима, ко мне подойди, блять. Да бегу, блять. Я ядро к нам бросил. О, хилку нашел. Прикроешь сейчас? О, меня, меня подняли, нихуя себе, я сейчас... Я тебя поднял, ты чё? Я если стою такой сиськи много. Братишка, тебя покушать принес. Взял ядро. А ему же кидаться? Да, его можно бросить вперед. Ой, блядь. Ай-яй-яй, пиздят, пиздят, пацаны. А у нас парень ливнул. Да? Потому что видишь, что мы дебилы. Слегонца. Дауничи. Ладно, похуй. Куда ядро-то тащить, я не понял. Наверх, пушки, из которой мы тогда шмаляли. Я отбивайтесь, блядь, я потащил. Блядь, пиздец. Ну чтоб кто-то первый лез. Сейчас, 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 сейчас их растолкаю. Я полез. Давай, давай. Дима, крой тылы. Да, я спину ему крою. Блядь, Диму положили. Ебать их тут. А, не, они, не Диму. Пусть а он. Сейчас и Диму положат, не бойтесь. Давай, Дима, сзади. Отбивайся, отбивайся. Как могу. Он сильный. Блять, меня положили. Ну ладно, ее поднимите. Поднимаю. Поднял. А у бота что-нибудь было, кстати? Не знаю. Фолиант у нас не пропали? Может, что-то и было. Один фолиант пропал, один гримуар. Да. Бля. То есть он были, они у этого были. Ладно, я побил. Его положили. Я поднимаю его. Вот, Дима, возьми. У меня уже есть, и то я, и другое. Я возьму. Я возьму, берите аптеку. Лучше аптеку возьму. Я взял, я хильнусь тоже. Хильни. А, ну ладно. Все. Пойдем. А, по идее, мы уж разъебали, то есть надо просто пройти теперь куда-то. Прервите осаду, написано. А куда бежать-то, кто помнит? А я не знаю, я тут не был. Блять, жизни хуй да нихуя. Ой, ебать. А не знаю, как его, чё. Я куда-то зашел. Вон бот внизу что-то тусуется. Не сюда, да? О. А, блять, у меня шкрибулар. Жесткие, жесткие уровни. Бля, я не помню, куда мы ходили. Там этот, а, его положили. Его сложили. Бля, куда реально идти? Что-то какой-то лабиринт. Прервите осаду, написано. Какую, блять, осаду? Где прервать? Вы о чем, мать ваша?
Может, там внизу ворота есть какие-нибудь? Я хуй знает. А вот тут вот. Вон, вон, а мы же когда-то куда-то шмаляли, кстати. По идее, там должно что-то сломаться было. Так тут тихо не сломалось. А, пацаны, а вот оно. Ко мне идите. Сзади этот. Блять, да прыгни ты уж. Ко мне. Куда? Она делает лабиринтов. А, Дима! Ты вверх, да и. А, вот, вот она, да, воротина открылась, точно. Тут мясо. Ты кто такой? На тебя его. Ах ты, блять. Берсеркеры ебаные. Так, Питер, главное не под... не зажечься нигде. А? Блять, последние хиты, сука, сняли. Как тебе уже успели ты... снять? Что такое лох? А я в это попал. В яд. Все? Все. Да. Жесть. Не очень-то и трудно было. Да, да. Да, это было идеально. Хотя, пацаны, секундочку, нужно поработать немного, блядь. Давай. Без меня не могут справиться. Бля, вот мы, собственно, сами все обзванивали. Сначала предупредили тебя, потом предупредили еще кого-нибудь. А, ну, ой, это... да там Смольников, блядь, на смене, короче, сука. Кто это, блядь? Ремонтник. Ему лишь бы проебаться, блядь. Гримуар один. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Да, да. Я сухарики острые хуярим. Ты ж нельзя острые. Я знаю. Ну, если мне и пиво нельзя. Ему и алкоголь нельзя так. Пиво, Сань, это хуйню сказал, пиво можно всем. Не знаю. Извини, я там ебашил. Да я тоже поебашил. А я вообще ничего не делал. Я уже, Саня, Саня. Чё? А ты не приедешь вот весной? Не, я там ничего. Да бля, как будет... нечего в Лиху съездить на дачу на твою, а? Ну да, было бы, кстати, неплохо. Не вот, и Дима за. Да, мне в прошлый раз даже понравилось. Как старый добрый. Если комаров не считать, конечно. Дима вообще один раз был, да? Да. Но это единственный раз, когда не был дождь, сука, в день О, Х. О, желтая шмоточка. Целительное прикосновение, 25%. Мы в прошлый раз Дима и Саша ездили, да? Да, по-моему. Да, да, да. Такой большой и плотный человек это Саша? Да. Большой и плотный, то он, да. Да, значит Саша. Так, а кстати, как реролить обилку? Там все есть, Дима, сейчас я занят. Звоню. Техподдержка, техзадержка. Калибрация не характеристик?